Экзотики нема, сегодня без голубей, есть только азовская креветка, краб какой-то речной, ничего особенного. Все как обычно. Да. Товара нема вообще в Мариуполе. Не знаю, что и подвыбрать. Тишина, да, тут и выбирать не из чего, дело в том, что. Селедка азовская тут, бычки. Короче, вообще ничего. Экономят на пепсике 250 миллилитров всего. Что это такое творится вообще? Помидоры какие-то маленькие стали. Да, что это такое? Вообще жесть. Где брашка? Где брашку взять? Привет, брашки нема. Что за магазин такой? Ну, короче, город Мариуполь. Как всегда. Ни товаров, ничего нету.